Шеф-повар Максим Григорьев. Свиная мякоть с мятой и лимоном, обжаренная на решетке. Предлагаю вашему вниманию замечательный рецепт маринада мяса для пикника. Свиная мякоть, обжаренная с мятой на решетке, получается невероятно вкусной и сочной. Приготовить таким образом можно не только свинину, но и курицу, а также баранину. Лимон придает мясу особый вкус, а мята подчеркивает это. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Лимон 0,5 штук. Лук репчатый 1 штука. Мята сухая 2 щепотки. Перец красный молотый 2 щепотки. Свиная вырезка 500 грамм. Соль 3 щепотки. Шаг 1. Для приготовления свиной мякоти, обжаренной с мятой и лимоном на решетке, вам понадобится свинина, перец красный молотый, мята сушеная, лимон, лук репчатый, соль. Шаг 2. Подготавливаем мясо, нарезаем его тонкими кусочками. Шаг 3. Далее подготавливаем маринад. В кастрюлю кладем мясо, добавляем мяту, кладем соль и перец красный молотый по вкусу. Лимон нарезаем кольцами, а затем отжимаем его. Перемешиваем содержимое. Оставляем на 12 часов в прохладном месте. Шаг 4. Подготавливаем мангал, раскаляем угли. Шаг 5. Кладем свинину на решетку, закрываем. Лук и лимон убираем. Шаг 6. Обжариваем с обеих сторон, в общем минут 15, периодически вспрыскивая водой. Также можно приготовить помидоры на решетке, будет еще вкусней. Шаг 7. Готовое мясо подаем на полянку нашего пикничка. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.